Посуда здесь тоже разная. Чайничек без слоника. Белые, цветные. Цены, не знаю, ли вам видно. Комментировать здесь. Музыка грохочет все равно. Такие наборы тарелок интересные. $40. Вот такие подставки. $40 тоже для сладкого. Вот это интересно, мне понравилось. Вот такой у меня есть. Латница такая. Интересно. Для нарезки сыра тоже сет интересный. $30. Такой тоже интересный комплект. Вот такой. Тоже $30. И этот $40. Креманочки интересные. Ложки, вилки, наборы. Тоже цены разные. $89, $99, $79. Кому что нравится. Тут посуда попроще. Есть крутая, конечно, посуда, ну и крутые деньги. Вот такой сет, две тарелки, бол, чашка, $40. И хрусталь даже есть. Ну, тут все для свадьбы. Торт разрезать, фужеры, вилки даже. Как в музее. Фужеры красивые. Набор вилки, ложки, нож $50. Тарелки от 12 до 8. Фужеры вот такие вот $7. Свечечки. Так что вот такая красота, ребята, здесь есть. Ну, нужно ею или пользоваться, покупать, чтобы стояла, чтобы лежала. Негде ее держать. У нас вообще в апартментах нет места. Даже на кухне. $299, $300. Сет с 8 штук. $300. Такая коробочка. Комплектом
это $200 вроде. Пять кусочков сет $90. Пять кусочков $120. Пять кусочков $138. Разная красота, разные цены. Квадратные даже есть. На любителя. Все, что хочешь. Даже матовые вот такие какие-то есть матовые. Сет 4 кусочка $40, а 16 $149. Это все тут как бы рассчитано на подарки на свадьбу. Вот штуки для выпекания интересные тоже. Они как бы, как они называются, господи, керамические, с крышкой стеклянной. Вот этот квадратный стоит $20, 19. Этот тоже 20. Без крышки тоже 20. Для пиццы тоже такая интересная штука. Круглые есть. Даже такие креманочки для крем-брюле. Pumpkin pie. Даже тарелка уже тебе готовая с рецептом. Вот эта штука, которая запекает вот эти крем-брюле. Стеклянные. $6. Вот такой сет есть тоже 20. Это значит 10 баночек, 10 крышечек. $40. Есть побольше. 60. Ну, для крем-брюле даже есть и специальные для них формочки. Вот весы себе нужно купить тоже. Кухонные $30. 20 вот такие плоские. Такие поменьше. Вот такие даже 40 есть. Которые тебе все посчитает. Интересная штука. Это что? Тоже для микроволновки, чтобы не брызгало. Положить и накрыть. 350. Подносики, формочки для выпекания тоже. Они такие как бы желатиновые, силиконовые. Для капкейков тоже. Для пиццы, для картошки фри, это что для макарон, чтобы сливать макароны, $10, детский сет тоже есть, 20 для бебика. Ну и, конечно, всякой всячины здесь. Всякой мелкой утвари. Куча всего.
температуру проверять, воду добавлять, выбирать из блюда. Это что? Флексизасти. Еще нужно знать, что это такое. Досочки интересные. $10. Порезать и сразу. Вот такие досочки тоже. $20. Стеклянные даже есть. Овощи резки всякие. Вот такие терки тоже. Миниатюрные терочки. $3. Интересные есть вещи, интересные, но это нужно ходить и копаться в этом, и ковыряться в этом. У меня нету времени на это, я как бы дико извиняюсь. Перечницы по $30. Деревянные. Тоже $10. Соль с перцем. Для салата набирать салат $3, пластмассовая. Это мыть салат, вот такие штуки, как бутылки интересные для соуса, для масла. Салат спиной резать, салат, чтобы, короче, много всего интересного. Мусорные ведра. Сковородки. $30, 15. Чашки. Все мои хорошие. На этом буду заканчивать. Уже готовится кистер. Зайчики, уточки, яйца. Яички, оказывается, некрасиво говорить. Хоть какие бы они ни были, это все яйца. Все, тут уже пошла ерунда. Все, мои хорошие, всем пока. Хорошего дня и настроения. Vacation. Сумки для vacation. У нас, кстати, передают сноушторм опять. Так что вот эти вещи нам нужны будут прямо на среду. И вот эти диски для катания, съезжание с горки, и вот эти надувные Snowtube. Вот это все нам сейчас бы пригодилось. Потому что зима заканчиваться не хочет. И вот такие штуки, посыпать снег, чтобы он таял. И вот такие диски тоже. Сколько они стоят? $30. Это как тазик. И вот щетка для чистки машины. $20 тоже. У меня есть щетка не такая, но мне хватит. Ну все, показала вам, что могла. И сама побежала. У меня сегодня зумба. А я тут хожу, видео снимаю. Не хочется опоздать на зумбу к новому нашему тренеру. Извините, если где-то в видео разговариваю тихо. Ну, я же не дома, сами понимаете. Нужно иметь совесть. И нужно быть всегда как бы осторожным, потому что может не всем понравится, что ты ходишь и снимаешь в магазине. Это я сегодня пришла чуть не первая, чтобы людей не было, чтобы никого не снимать. Не всем нравится, когда их снимает. Не всем нравится, когда в магазине снимает. Так что, как говорится, извиняйте. Что могла, то сделала. Если было интересно, я очень рада, если вам понравилось то, что я могла показать. Будем в других каких-то магазинах, я покажу что-то в других магазинах. У нас сегодня вообще-то пока хорошо, но на завтра у нас передают опять сноушторм. И у нас будет опять куча снега. Школы, наверное, опять закроют. Так что будет весело. И
весело не только вам, а нам тоже. После вот такой красоты опять снег, очуметь. Ну ничего не поделаешь. Снег начнет уже сегодня вечером. Он придет уже сегодня. И завтра он останется. Единственное, что как бы радует, что не будет большое понижение температуры. Может, просто он не задержится надолго. Идет какой-то циклон такой нехороший, холодный, снежный. Но ничего не поделаешь. Все, я с вами прощаюсь. Всем пока, хорошего дня и настроения. А то впереди там машина сидит с мигалками. Так что всем пока. Бай-бай.